What a story, Mark. А все как обычно, в ожидании нападения укрепляем стены, окна и так далее. В общем, стандартная возня. Но у моих гениальных тиммейтов совсем другие планы. Они же у меня самые умные, и потому решают, что надо оставить заложника, разбежаться по одному и перебить всех врагов где-нибудь на входе в здание. В общем, застать на горяченьком. В итоге почему-то застают все-таки нас. Пошли в зверинец погулять все трое, одного загрыз медведь, их осталось двое. Самое время отбросить дурацкую идею и сплотиться, может быть, хотя бы вдвоем мы? Конечно же нет, и что же будут делать те, кто подох, сидя в своих спектаторах? Правильно, голосовать исключение из игры выскочки, кому хватило наглости остаться целым. Вот это я понимаю, сплоченность, вот это командная игра, вот это говношутер.